Атрей, поешь. Подожди, подожди. Спасибо. Ешьте. Ешьте, друзья. Да. А назад не полезет? Это тебе пища, достойная воина. Хватит. Я сказал больше об этом ни слова. Да, конечно. Не хотел обидеть. Да я не обижаюсь. Просто слово. Затмевающее твой разум. Ты правда думаешь, оно ничего не значит? А просьба мамы развеять ее прах? А то, что мы видели в Йотунхейме? Для чего все это? Ты не задумываешься? Каждый день. Но я не верю, что мать хотела подвигнуть тебя на глупые авантюры. А вдруг великаны на меня надеются? Великаны? Я на тебя надеюсь. Не рискуй. Будь умней. Ты должен думать как мужчина, а не как ребенок. Но что, если без Локи в Ярнвиде не получится? Ты! Атрей! Мой сын. И только. Ты понял? Что-то аппетит пропал. Прости меня, Кратос. Я сказал это, не подумав. Ты все же поешь. Меня уверяли, что это дело полезное. Я не понимаю, откуда взялись рассказы про Локи и воина Ярнвид, если все это ложь? Он такой... Хочешь, я дам тебе, возможно, лучший совет за весь день и за всю жизнь. Поспи. Во сне все вопросы решаются сами собой. Ага, конечно, поспать. Отлично. Я серьезно. Я тоже. Иди давай отсюда. Уже ушел. Ярнвид. Локи. Что это? Если бы в Вальфхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Что происходит? Это маска? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. Где я?
Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Мелкие беды мелких Надоело смертных. Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смертных. Воспоминания печальные. Ты сломал врата. Как попасть в Йотунхейм? Что тебе нужно? Пусти Трума! Я не понимаю. Неважно. Эй, не убегай! Неважно. Объясни, где я нахожусь? Неважно. Перестань! Надо выбираться. Он заплатит за слова о маме. Нет. Но мы боги. И нет. Можем делать все, что захотим. Прошу. Стой, подожди! Нет! Да что происходит? Этот нож получше, чем мамин. Нет, не надо! Где я? Тихо. Эй, ты куда? За тобой? Ладно, тогда увидимся на той стороне. Где я? Ты меня понимаешь? О, привет. Так, куда мы идем? Понял. Мне приснился очень странный сон, а потом я очнулся здесь. Это Ярнвид? Как я сюда попал? Я пришел сюда во сне? Возможно, так оно и было. Я же здесь. Запах? Какой запах? А, наверное, это запах Фенрира. Жаль, что вам не познакомиться. Ха, а вас тут много, да? Что за запах? Здешний воздух, он как будто сладкий. Может, это пахнут деревья? Просто осматриваюсь. Вы бы сказали, если бы хотели меня съесть?
Это шутка, да? Никогда не видел подобного леса. Сюда? Я ее еще не закончила. Это краска из коры ярнвицких деревьев. Деревья хранят память леса, а значит, она остается и в краске. Память о прошлом и будущем. Кровь на ней ни к чему. Это правда ты? Ты знаешь меня? Что? Всю жизнь я ждала этого мгновения. А ты более странный, чем я думала. Прости! Это было грубо? Слегка. Проклятье. Вот я уже все порчу. Ты просто первый, с кем я заговорила за очень долгое время. И странный не значит плохой. Спасибо. Начнем сначала. Я Ангербода. У тебя, наверное, много вопросов. Ну, да. Где мы? Иди за мной. Скоро ты получишь ответы. Ну, часть из них. Ты сказала, что знаешь меня. А еще, что скоро ты получишь ответы, Локи. Ладно. Или это не твое имя? Нет, это мое имя. Я Локи. Ого! Сюда! Я сам выберу путь. Так все же, где я? Я попал в странный туман. В Утангарде легко растеряться. Но здесь, в Ярнвиде, безопасно. Я думал, что Ярнвида не существует. Умно, правда? Один не станет искать лес великанов, если сочтет, что его не существует. Лес великанов. Так его называют. Что это? Брошь. Большая. Я думал, великаны надели
ну, невелики. А чем ты тут занимаешься? Рисую, собираю, выживаю, сохраняю, что могу. Но зачем ждать меня? Потому что моя судьба — рассказать тебе твою. Прочь! Берегись! Ясно! Так сражались. Я... Спасибо. Спасибо. А что ты делал, прежде чем прийти сюда? Пытался пережить Фимблвинтер. Стоп, сюда он тоже дотянулся? Ты знала о нем? Знала.
буду наверху, но ты иди дальше. Это кольчуга? Интересно, что сказали бы Брок и Синдри. Вот. А, они вроде как дяди. Вроде? Вы мидгардские великаны странные. Вообще-то они гномы. Все равно. Ялпа! Тебе нравится ломать вещи? Это я перенял у своего... Знаешь что? Забудь. Красавец! Спасибо! Стоп, что? Говорю, ты правильно выбрал направление. А, да, конечно! Ялпа! Отлично! Я встретил великаншу. Может, ту, что владеет моей судьбой. Что? Но, извини, просто так здорово с тобой разговаривать. Ну ладно. Все нормально, да? Да, просто я в волшебном лесу, которого не должно быть, говорю с другим великаном. И она... Да. Ял! Стой! Ты где? Сюда! Держу! Спасибо. Кажется, я еще не привык к этому месту. Куда мы идем? Мама записывала видение, пророчество. Подумала, ты захочешь взглянуть. Где твои родители? Их тут нет. Они что? Я знаю, у тебя много вопросов, но об этом... Ладно. Прости. Лок!
Локи! Я здесь. Жду сигнала. Отпусти! Стёпа! Я помогу! Еще враги! Когда же вы от нас отвяжетесь? Ялпа! Сражался. Почти как герой. Спасибо. Ты тоже? Поможешь мне? Да, конечно. Теперь давай! Ого! Это медальон Иди. На перегонки? Что? Давай! Ну ладно! Победила. Ну, я ведь уже знала дорогу. Не совсем честно. Я таких уже видел. Значит, знаешь, как их победить. Обычно тут не так оживленно. Вот мне везет. Лови! Я помогу! Святилище, где мама записала пророчество Гроа, уже рядом. Она хотела сохранить наследие нашего народа, вопреки стараниям асов. Ух ты! О, на ракушек ты сегодня еще насмотришься. Надеюсь. Сюда. Разве это не магия ванов? Угадаю, кого они ей научились? Мы пришли. Ты тут живешь? Угу. Сюда.
Стой, это мое святилище? Я так хотел снова его увидеть. Многие великаны рады увидеть свой путь и пройти его. А других, безусловно, да. Будущее я готов. Сбивает с толку. Я это видел. Где мы развеяли мамин прах? На стене. Все случилось ровно так, как там сказано. А это было разрушено. А, это мы. А что в сумке? А, это кто такой? Стоп. Нет. Нет. Не может быть. Все это неправда. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Этого нет. Ярнвида нет. Йотунгарда нет. Ничего этого нет. Локи. Эй, эй. Эй. Все, все, спокойно. Спокойно. Не переживай. Все хорошо. Посмотри на меня. Эй, 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 эй. Успокойся. Успокойся. Тише. Дыши. Спокойно. Эй, эй, дыши. Успокойся. Возвращайся. Все, ты в порядке. Прости, я не знаю, что произошло. Да не бери в голову. Такое со всеми бывает. Такое? Со всеми бывает? Я не про волка, а про страх перед будущим. Оно не может быть таким! Здесь я служу Одину, а отец умирает! Так не может быть! Слушай, исход событий уже предрешен! И тебе придется с этим смириться! Проклятье, это было грубо. Знаешь... Ты пока не думай об этом. Забудь будущее. Забудь Локи. Ты великан. И ты открыл в себе силу, которой сам пока не понимаешь. Давай пройдемся. Поможешь мне кое с чем, а премудростям великанов я тебя научу. Идем. Локи, нужна твоя помощь. Что это? Бери, идем. Куда мы идем? Раздобыть еды, посадить кое-что. Обычные дела. Но сначала я хочу тебя кое с кем познакомить. Локи, это Ялла. Привет. Рад встрече. Ух ты, какая большая девочка. Uh-huh.
иди сюда. Умница. Ганга. Слушай, ты, наверное, знаешь про воина-велика... Йотунов? Да. Хочешь, я буду так тебя называть? Нет, лучше Локи. Ага. Герой. Так, куда, говоришь, мы идем? Надо набрать фруктов. Если пойдем вдоль реки, что-то найдем. Какие цветы? Молчок. Молчок? Нет, так их называют. Растут только в Йотунхейме. Мы с мамой шли сюда подремать, когда наши бабушки ссорились. Одно из немногих мест, где нам было хорошо. Собираем? Для кого это? Волкам же надо есть, так? Никогда не видел таких плодов. Это кислогруши. Мама каждый день пичкала меня ими. Для силы. Они просто отвратительны. Зато эффективны. А в смысле? Похоже, ты ей нравишься. Ага. Да. Сорвешь вон ту? Ага. Эти волки. Ты о них заботишься? Еще бы. Мы друзья. Не терпится увидеть остальных. Сколько еще тебе нужно? Хочешь скорее уйти? Нет, просто... Теперь мне, видимо, надо спасать отца. Локи, время есть. Я вижу фрукты. Тогда и нам нужно наверх. Ну! Стой, ты это мне или своему Яку? Дай помогу. Спасибо. Не за что. Киакала! После тебя. Слушай. Я понимаю, мы весело проводим время, но пора обсудить то, что ты видел на фреске. Того, что я видел, никогда не будет. Я не примкну к Одину, если из-за этого отец... Я усвоила от мамы один важный урок. Эти предсказания неизбежно сбываются, так или иначе. А мой отец говорил мне, закрой свое сердце. Но я не могу. Это слишком... Мне не достать. Хафа! Знаешь... Хоть я и думал явиться в Асгард, но никогда этого не сделаю. Да? Отец не пытался мне помочь узнать свою судьбу. Но когда я говорил с Одином, тот предложил меня учить. Ты говорил с ним наедине? Он бы легко тебя убил. Ну, так уж и легко. Давай заберемся на уступ.
Так аукамду. Еще плод. У нас уже много, но можно и его взять. Как понять, что они спелые? Меня родители учили. Нужно правильно угадать. Ну, тогда ни в каком будущем нельзя быть уверенным. В важных событиях можно. О, Яла не сможет пролезть под бревном. Ты каждый день все это делаешь? Собираешь плоды, кормишь своих зверей? Иначе они умрут. Для твоего возраста это тяжко. Нашего возраста. Ага, ну да. Когда я в последний раз говорила с отцом, он сказал, что ему жаль, что он меня не уберет, что мне пришлось быстро повзрослеть. Но он хотя бы сожалел. Отцы вечно говорят, что... Вот это вид! Подожди немного, будет еще лучше. Знаешь, может, ты зачем-то нужен Одину? Или, может, есть какой-то скрытый план? Может, это я обманул Одина? А ты так хорош в искусстве обмана? Я пару раз соврал отцу. О, тогда ты просто мастер. Складывай кислогруши в ведро. Слушай, а если мне нужно, к примеру, починить лук, можно я... Конечно. Возьми, что нужно в ящике с инструментами. Я кое-что для тебя отложила в ящик с инструментами. Как соберешься идти, встретимся у Ялы. Мне можно еще тут побыть? Сколько захочешь. Класс! Эй, а это что? Я нарисовала это для бабушки. Тогда у меня не очень получалось. Рисунок прямо как живой. О, спасибо за комплимент. Мне очень нравится, как ты подобрала краски. О, с этим темно-синим цветом для неба я здорово намучилась. Это заметно. Очень красиво. Спасибо. О, это мой любимый. Я страшно горжусь этой рукой. Серьезно, посмотри. Нет, это потрясающе. Руки рисовать очень трудно. Вот именно. А этот ты закрыла? Да, я не хочу его никому показывать. Может, Яле. Ну, не так же все плохо. Может, когда-нибудь я тебе и покажу, но не сегодня. Всего 3 цвета? А остальные? Больше не надо. Для новых я их смешиваю. Это тоже ты нарисовала? Так здорово. Ну, не особо. Я могу лучше. А мне нравится.
Что теперь? Обычно дальше я собираю вист-корень и смешиваю их. Но ты, кажется, хотел уйти? Нет, я останусь. Я хочу остаться. Знаешь, я тоже рисую, но не краской. И что ты рисуешь? Все подряд. Чудищ, артефакты. То, что нам с отцом встречается на пути. О, твой отец тоже рисует? Нет. Там выше есть немного корней. Давай, крошка, ты сможешь. А у тебя есть животные, которые, ну, бегут быстрее? Без обид, Яла. Конечно. Но только она не выдержит нас обоих. Так куда проще. Понял. Этот я возьму. Чуть дальше есть еще. Бери сколько нужно. Видишь? Нож ни к чему. Их легко отломать. Вот. Совсем немножечко. Просто крутишь и все. Вот так? Именно. Идем мы, идем! Там есть еще корни. Ха, похоже, я ей не нравлюсь. Нравишься. Просто единственный человек, которого она знает, кроме меня... Траук, на гряде! Локи, покажи мне волка! Вот так, ты справишься! Я помогу! Так странно. Я будто с собой не владею. А тебе это нужно? Ну, одно хорошо. Тут есть корни. Подбирай, пока ищем выход. Без ножа, руками. А, да. Ну, не так уж все и ужасно. Элфа! Арбаута! Я помогу! Я пока перестану собирать корни. Ты ни при чем. Эй, кажется, они расчистили нам путь. Найдем Ялу, пока они снова не вылезли. Киахала! Все хорошо. А как насчет тебя, Локи? Что ты чувствуешь, меняясь? Только... гнев. Часть тебя задействует гнев, выпуская зверя. Может, тебе нужна другая часть, направлять его? Но как? В сражении в твоем сердце может пылать не только гнев.
Если гнев выпускает зверя, что-то еще поможет тебе остаться собой. А куда ведет этот мост? Постой. Тебе было весело, да? Возможно. Снова дома? Да. Давай сложим корни вон в то ведро слева. А потом я хочу показать тебе еще кое-что. Ты как? Ничего. Нам надо бы вернуться к воде. Пойдем. Ничего, если мы еще тут побудем. Мне, может быть, надо кое-что починить. Да.